Так, ребят, всем привет. Продолжаем играть Farmers Life. Разработчики зиму переделали. Зима сейчас по-другому, смотрю, снег лежит. Снег, вот прям сугробы какие-то появились, смотрите, прям. Такого раньше не было. Они переделали. Было там какое-то обновление. Добавили еще, кстати, возможность сделать еще какой-то ящик маленький, плюс сарай и еще там какую-то постройку. Так, я сейчас хочу пока все сюда переложить. Вмещается, да, и ветчину, потому что с февраля на март у нас будет урожай портиться. Вот сегодня это ночью произойдет, 12 часов ночи. Так, мне нужно коров покормить. У меня тут где-то солома в тюках находится. Я сейчас еще свет включу. Так, нести, несу. Так положится? Так не положится. Нужно открыть. И вот так положить. 15. Так, выводим корову. Дай-ка я сейчас сразу возьму щетку. Ну, не знаю, наверное, молока-то не будет, скорее всего. Маловероятно. Выходи. Сейчас я ее почищу. Изголодавшаяся. Ну, еще будет жить 2 года она примерно. Так, ну давай проверим. А не, молоко-то будет. Хотя изголодавшаяся. Они звуки что ли переделали? Звук. Эхо какое-то. Так, одна есть. Все, бежит прямо открыть. Давай. Иди сюда. Веди. Иди сюда. Стоп. Перестать вести. Она сейчас должна автоматически подойти. Жду, когда она... наестся. Сейчас посмотрим, сколько она съест, а то, может, она все это съест. Все. Ну, пошли. Написано, что не голодные. Так, у нее надо убрать, кстати говоря. Дай-ка я... Так... Завести, заходи. Не-не-не-не. Во. Так, следующее. Ну-ка, проверочка. Да, еще не голодная. Так, ты у нас голодная. Вывести. Иди сюда. Да, я пройду. Сейчас ее почистим. Сегодня буду строить сарайчик для инструмента. Посмотрим, как это будет выглядеть. По-моему, звуки переделали они в помещениях. Раньше такого эха не было. Она на автомате туда ушла. Так, сколько тут еще? Подожди, сюда еще не голодный. А все, она уже наелась тоже. Стой! Куда? Иди сюда. Так, убираем у нее навозик тоже. Вот так. И запускаем. Завести. Все. Это сюда. Ведром на место. Надо еще корма сейчас добавить. Так, стоп. Я сейчас хочу вот именно сюда убрать, и будет видно. Смотрите, у меня, короче, тут получается рыба, яйца, ветчина и молоко. Я не знаю, вот яйца бы испортились. Посмотрим.
сегодня ночью испортится, нет, в этом чулане. Проверю заодно. Вот, пожертвую, если что. Куда ты зашла-то? Ну-ка, брысь отсюда. Живо. Так, корм. Подожди-ка, у меня корм. У меня корм не тут, что ли? А, он же у меня весь вот здесь находится. Точно. Я же его не вытащил отсюда, не перетащил. Так, сколько я смогу взять? 60 только. А, так, и... Да, я понял. Сейчас сделаем немножко по-другому. А, здесь два мешка получается. Ладно. Так, надо у свиней проверить. Но у них в одной есть, во второй есть тоже. Но все нормально у них. Вон они там свои в сугроб зарылись. Так, ну тогда я им ложить не буду. У них вроде есть во всех кормушках. Давайте курам насыпем. Так, у них я уже собрал урожай. Надо еще. У меня вроде вот здесь есть. А, нету. Ладно. Блин, а ящик нельзя никак перетащить. Вот сюда бы хорошо бы вписался сарайчик. Ну-ка. Смотрите, как он выглядит. В общем, смотрите. Вот есть сундук. Небольшой сундук для хранения. Сарай для хранения. И ящик для инструментов. А у него, значит... Сейчас разверну его. Вот, калитка, тут дверцы есть. Его, конечно, куда-нибудь сюда вот приделать, к этому. Но сюда нет. Но тут мешает этот. Вот этот ящик мешает. Его надо разбирать. И тогда можно было бы рядышком здесь поставить его. Либо оставить тот ящик. Не, ну мне же для инструмента, чтобы это... Так, если я сейчас это все отсюда уберу... Давай сейчас уберу и все-таки сюда его намечу. Так. Временно пока. Это можно, вот это можно и здесь, кстати, пока сложить. Палки тоже сюда. Инструмент нужно будет унести. Молоток я при себе оставлю. А это пока в ангар унесу. Ящик этот разберу. Хотя, в принципе, ну да, зачем он мне с собой вот... Ну, вроде, в принципе, и перевеса-то нету. 58, 15 килограмм. Да нет, в принципе, не мешает. Так. Сейчас воды попью. У меня, кстати, шифер-то тут вроде есть. Там шифер понадобится. И доски. А хотя шифер-то я не вижу. Возможно, придется... Шифера тут нету. Я думал, у меня шифер есть. Тут 12 досок. Так, они мне сейчас нужны. Забрал все. Все. Так. И нужны вот эти там. Сколько? 4 штуки вроде нужно. 4. Молоток у меня есть. А, надо вот это разобрать сначала же как-то. И у меня еще куча... Да. Что у меня тут добавилось-то? Доски. Но, в принципе, бегается. Давайте поставим. Поставим вот этот сарай для инструментов.
Сарай для инструментов ровно. Вроде ровно. Вот так. Так, сколько нужно? 6 досок и еще потом 31, да? Или это в общей? 8 кусков шифера. Ладно, 8 кусков шифера нужно. Калитка есть. Подожди, дай-ка я сна... Блин. Не зайти уже. Это вы издеваетесь, это... Я смогу там пролезть-то потом, чтобы делать-то вот. Все, доски закончились. Доски закончились. Так. Мне нужны доски, значит, сколько мне досок не хватает в общей сложности-то? Две? Всего две или и шесть? Восемь досок. И 8 кусков шифера же, да, там вроде? И 8 кусков шифера. Ветрище. Давай я все-таки это лишнее скинул. Потому что мне нужно сейчас будет ехать. И он... Зачем мне с собой лишнее это пока возить? Пока все сюда. А, кстати. Стоп, стоп, стоп. Ножовка, ножовка, пила. У меня же бревно есть. Пошли, доски я сейчас напилю. Это я закрываю. Доски-то я сейчас напилю. У меня тут бревно где-то лежит. Ну, станок я не буду подключать сейчас тут. Я сейчас так напилю. У меня тут где-то бревно. Во. Сколько выйдет? Штук 5-то выйдет. Да, уже 5 есть. 6, мне нужно 8. Двенадцать досок. Отлично. А за шифером я сейчас, наверное, на это, на мотоцикле съезжу. Так, куда я иду? Я не туда иду. За шифером я сейчас съезжу. В лес. Так, и сюда. Отлично. Даже 4 доски осталось. Их можно положить как раз вот сюда. Так, туда еще пока зайти-то никак нельзя же. Сарай пока не готов, получается. 8 кусков шифера надо. Я с собой таскаю. Пускай тут лежит пока. Дай-ка кофейку горячего. И чуть-чуть перекус. Вот так, все отлично. Поехали, до леса доеду. Я не знаю, сколько там шифера, но там вроде был шифер. 3 литра топлива. Ну, должно хватить. Сколько время? Час дня. Метель началась какая-то. Прямо жесть. Вот здесь в лесу хлама еще много осталось. Я где-то тут видел шифер. Или я все собрал? Так, вижу оленей лежит. Я походу все собрал. Что-то я тут не вижу хлама. Блин, не застрять бы тут в лесу-то. Так, ладно. Я понял, что тут нету.
Значит, я здесь все собрал. Ну, вариант какой? Либо ехать к церкви, но там, возможно, медведь уже появился. Неохота мне сейчас там с ним заниматься. Еду, короче, на рынок. Там куплю просто, да и все. Ты смотри, как метет-то. Просто жесть. Не-не-не. Что за... Что это было? Да, есть там какое-то место такое непонятное. Там такое ощущение, что там преграда невидная какая-то. Да что ж ты, ты смотри, что происходит-то? Ничего же не задел. Да, его. Лучше бы они управлением переделали мотоцикла. Так. И вроде бы они день добавили, насколько я знаю. Вроде бы они день добавили. Так, торгуем. Мне нужно 8 кусков шифера. Сколько я с собой могу взять? Блин, ну это тяжелый будет. 8 кусков, 64 килограмма. А, нет, что-то я тут... Нет. Давай-ка я больше возьму, вот прямо все, что есть у тебя. Нормально. Даже чуть-чуть досок еще прихвачу. 23 доски. Все, отлично. Пригодятся, потому что я, скорее всего, еще что-нибудь буду делать. Там же еще есть одна построечка. Но это уже буду весной делать. Давай. Так. Все. Открыть. Блин, ну жаль, открыть нельзя. Вот серьезно. Было бы вообще прикольно, если бы можно было открыть и зайти туда, и там какие-то полки стояли бы. Можно это все раскладывать. Вот это было бы намного лучше бы. Намного интереснее, чем вот так вот. Ладно, это все будет в сарае храниться. Шифер, инструмент, вместимость 10 тысяч. Это тоже все туда перетаскиваем. Все сейчас туда перетащу. Теперь будет не ящик стоять, а вот это вот, у него вместимость больше. Но еще бы лучше, я говорю, если бы они бы просто сделали, чтобы туда можно было заходить. Вот как в курятник, заходишь вот сюда, да, там кучу полок, куда ты это все развешиваешь, было бы намного интереснее бы. Ну,
Ну хоть бы пол сделали, смотри, там пола нету. Так, его надо по-хорошему покрасить бы. Так, ладно, давай сейчас инструмент оттуда тоже перетащим. Интересно, а вот та большая постройка, которую они еще добавили, там туда, интересно, заходить можно или как бы тоже нельзя? Давай весь инструмент, все, что связано с инструментами. Вот это. Удочки, фигудочки. Раздобыть удочку. Ничего себе, какое-то задание выполнил. Непонятные гранаты не будут. Ключи. Капканы. Что тут еще? Да что-то вот, блин, вот тоже каждый раз надо вот возвращать. Здесь тут ветер завывает. Так. Все сюда вот перетаскиваю. Не знаю, эти можно продать, мне кажется. Как их? Подкову. Удочку сюда. Чтоб инструмент был. Все в одном месте. Но тут еще много места. Так. Весной надо будет здесь пеньки повырубать все. Чего я так тяжело иду по весу-то? Да не, нормально. Пойду оленя заберу одного. Блин, надо было этот взять. Вон, я уже вижу оленей. Подожди, а тут дерево было или оно выросло? Ты что-то... По-моему, что-то тут не было дерева-то. По-моему, что-то тут добавили. Вот этого дерева не было тоже. Смотри, сколько оленей. И куриц тут бегает. Так. Дай-ка я заберу. А мне туда положить нечего. Не, у меня есть, конечно, это яйцо, но... Будет не очень, наверное, да? Ну да, тут будут как бы самки попадаться. Ладно, пускай пока так. Потом заменю. Хотя бы одного заберу тут. Оленей попалось много на самом деле. И дерево они тут добавили. Тут не было вот двух или трех деревьев. Не было, тут было чисто. Даже вон тех они парочку добавили. Тут по-другому было. Так, что по времени? Да, времени они добавили, потому что времени только 3 часа. Это хорошо, что они время добавили, потому что особенно весной, летом его явно не хватает. Так. Успею я разделать-то? Нет, разделать-то успею. Сварить бы еще хорошо бы. 10 мяса, шкура еще. Давай, поехали. Отлично. У меня еще же и тут парочку оленей. Ну-ка. Смотри, да, все запихал все-таки в себя. Используй, блин, нельзя. Надо вытащить обязательно, да? По-другому он не хочет. Поехали. Так, сколько время? Хорош. Так, что у меня тут получается? Еще есть. Здесь... Еще нормально. Пускай. Закрываем. Потихонечку уже вечереет.
Так, 20 кусков мяса. Вот теперь нужно... А, у меня морковь пропадет. Морковь пропадет. А я ее сейчас съем просто, да и все. Хлеб тоже пропадет. Но чтобы не пропало, конечно, можно что-то будет закинуть в это. Так, у меня тут, кстати, брага, да? Это я забираю. Вода есть, вода есть. Разжечь. И мне нужно... Ветчина, вот. Ветчину приготовить, пока мясо не испортилось. До ночи надо это все приготовить. Так, тут что? Три бутылки еще. Ну, еще есть, все нормально. По дровам. Нормально. Так, это я сюда. Три таких и одну такую. Так я пойду все-таки. Рыбу-то я еще съем, наверное, сегодня. А вот хлеб в чулан пока уберу с морковкой. Не хочу, чтобы испортилось. Вот так. Так, что у меня тут еще? Ну, тут, в принципе-то, не... Ну, мясо я сейчас приготовлю. Если что-то останется, я туда тоже закину. Да, останется два куска. Давай я их сразу возьму, два куска. Хотя, не, я один пожарю. А он тогда тоже испортится. А, прервать. Тогда я два куска забираю. 6 мне сейчас понадобится, а вот 2 я заберу, уберу в чулан. Жарить не буду, потому что это все испортится. Скорее всего, не знаю, но может испортиться. А уже в марте все обратно достану. Я надеюсь, не испортится. Так, что тут остается? Сейчас будет готово. Вода есть. Да не надо пить, просто залей. Так, сразу ставлю еще. Последнего. Ну все, останется две еще дождаться и все это отнести. Так, все. Тоже сюда. Если не испортится. Весной продам. В марте. Блин, он так медленно ходил, или ему. Я вот что-то ни к чему, или он тише стал ходить. Так, ну что, ребят, на этом все. Всем, кто смотрел, спасибо. Всем удачи. Всем пока.